красиво, это была невиданная сила любовь. Это было красиво, они говорили друг другу удивительно нежные вещи. Казалось, нет на планете более любящих мужчин и женщин. Он посвящал ей песни, стихами писал смс-ки, слова разделял точками вместо пробелов, что больше лезло. Им открылось отключенным звуком семечки, глухо жужжало, пока абонент на схемочной площадке давала жару, послушно выполняя все задания режиссера Бориса. Да, это был прекрасный союз, певец и актриса. Лежащих девиц у сцены, ему было плевать совершенно. Он не таскал фанаток бэкстейдж, кто там звонил, был феноменом. Парня просто тошнило от одного слова измена. Реально тысячи телок мечтали добраться для его члена, и одно из них удалось. Всю ночь ему плохо спалось, на утро на себя ненавидел и не знал, как унять эту злость. Хотел кругами по номеру, за голову хватался, потом набрался смелости, позвонил и во всем сознался. Она взяла трубку раз на шестой, но вы понимаете, о чем я. Он сначала скрипчиво говорил о чем-то отвлеченном. Она сказала, что очень скучает. Он ответил, что тоже, и тут же выпал. Все как на духу, с глазами закрытыми лежа, пальцами свободной руки, цепившись в одеяло нервно. Повторял это первый, последний раз, ты же знаешь, я верный. А на том, как цифрового рыданием слишком, макияж испорченный и прочие проблемы этого типа. Джульетта не самая печальная повесть. Вы бы знали, как нашего героя мучила совесть. Он нашел костюмичный Wi-Fi и долго смотрел на ноутбуки трейлеры самых жестких фильмов с участием супруги. Полезный взгляд, длинный тор, горный комок. Он пытался найти себя оправдание, но так и не смог. И вроде бы все ясно. Вы такой-то, извините, профессия. Она могла бы ему все простить и правящим. И в горе вечером, но эти выводы оставим в депрессии. Ведь дело в другом, он заранее знал про все эти xxx.com. Прекрасно понимал, на что идет, когда судьбу.